Ребята, всем привет! Очередные две посылки с сайта AliExpress. Давайте распакуем. Находятся вот такие вот весы. Давайте распакуем. Ну, выдерживают они где-то до 10 килограмм. Качество такое не очень. Хлипенькие. И я думаю, если 10 килограмм вот сюда вот повесить, они просто рассыпятся. Ну, короче, вот такая вот ерунда. И вторая посылка у нас дошла на около месяца, без трек-номера. Написано здесь непонятно что, оценено 1 доллар. Ну, это, скорее всего, что-то для ребенка. Давайте вот здесь надрежу и посмотрю. Да, друзья, это у нас для ребеночка. Вот такая вот штука. По-моему, слюнявчик. Если я не ошибаюсь. Так. Вот здесь распакуем. И посмотрим. Да, это у нас слюнявчик вот такой. А как он работает, я даже не знаю. Вот такая вот машинка. Daddy's Little Driver. Как он застегивается, я даже не знаю. Или я вообще не понимаю, что это такое, как оно работает. Короче, есть вот такая вот штука. Качество приятное, но доставка не радует совсем, без трек-номера. Вот такая вот штука, здесь написано 100% катон, Made in China и больше ничего. Это была по бесплатному посреднику штука заказана, так что скоро передам владельцу. На этом все, друзья. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и вступайте в нашу группу ВКонтакте. Всем приятного вечера, всем пока. Лучший Китай ВК. Канал посвящен распаковкам сайта AliExpress. Куча смартфонов, летсплеи на PS3. Обзоры пневматики, краш-тесты, обзоры электроники. Одежда и многое другое. Подписывайся. Ссылка в описании.